Поехали. Итак, меня зовут Оксана. И недавно со мной произошел разрыв шаблона, не знаю, сдвиг парадигмы, но по-русски я могу сказать, я охренела. Когда поняла, что 12 лет, строя свою транспортную компанию, да, я тащила на себе, пахала с такими тяжелыми вложениями в бизнес, да, с нуля, когда никто не хотел идти. И тут вдруг я вижу, как Анастасия Михайловна, инвалид по слуху на пенсии, за 4 месяца выходит на доход 350 тысяч рублей. Я со своими 26 человеками сотрудников, да, работая без выходных, проходных, не могу оставить бизнес вообще без меня, я понимаю, все нафиг разрушится и повалится, уезжаю бесконечно на телефоне, а она сидит дома, и как бы опыта работы не было, потому что я инвалид с детства. Вот. И тут я поняла, что я чего-то не понимаю в этой жизни, или что-то со мной не так. Благо, хватило ума, да, и давненько я занимаюсь все-таки осознанием, если не сказать, что это не жизнь лохотрон, а со мной все-таки что-то не так. И я стала разбираться в этой картине. И сегодня я поделюсь с вами, кому интересно было бы узнать. Замечательно. Так, и в тот момент, когда я узнала, да, чем она занимается и как выходит, зарабатывает эти деньги, да, на чем она их зарабатывает, у меня сработал блок. И я сказала, не, ребят, это не для меня. И вот даже буду я заниматься своим серьезным бизнесом. Но через время я увидела другой пример в своей жизни, как Женя Шишкина из Шахт, у нее была сеть детских магазинов и кондитерская своя, которую она закрыла и ушла туда же. Думаю, блин, ребят, нет, все-таки что-то со мной не так. И на данный момент я занимаюсь продвижением готовой бизнес-модели к масштабированию. Да, которая выводит за год даже бабушки, которые сидят на пенсии, на доходы более миллиона в месяц. И тем, кому было бы интересно узнать, что это и как это, у меня есть бесплатная консультация, получасовая, на которой, основываясь на ваш опыт, на мое видение и опыт тех людей, которые достигли результата, мы построим с вами план действий для достижения ваших результатов на основе нашей бизнес-модели. И я даже меньше времени, да, заняла моя картинка.